Здравствуйте, меня зовут Михаил, на связи Экиплен. Сегодня мы с вами рассмотрим новые пришедшие костюмы от фирмы Magnum Gear под названием Protect Lady и Protect. Это костюмы по своей сути антигнус, антиклещ со специальной пропиткой. Во всем многообразии у нас уже насчитывается около трех различных вариантов, трех-четырех костюмов антиклещ. Как конкретно поговорим сегодня про вот этот, посмотрим его плюсы, минусы. И разберем отличия мужской и женской версии. Поехали. Итак, костюм этот из себя представляет анорак и штаны. Анорак — это куртка, которая надевается через голову. Согласен с большинством точек зрения, то, что это неудобно. Да, это неудобно, но в данном конкретном случае это обеспечивает нам необходимую защиту, дополнительную защиту. Из-за того, что нет серединной молнии и есть вот такая вот всадная юбка, мы можем заправить эту всадную юбку в штаны и тем самым обезопасить себя дополнительно от клещей. То есть анорак – это безопасность, наша безопасность, пусть и в ущерб некому удобству. Данный костюм оборудован специальными ловушками от клещей, специальные пазы, в которые клещи попадают и там же умирают. Такие ловушки есть на штанах, есть на рукавах и задней стороны курток. Это справедливо и для мужской, и для женской версии костюма. Сразу оговорюсь об отличиях костюма. На самом деле они минимальны. То есть женские и мужские костюмы различаются минимально цветами, некой претальностью костюмов, ростовками и размерами, и цветом. То есть компоновка та же самая. То есть нигде нету дополнительных карманов, нигде нету дополнительных удобств. В принципе, то же самое, тот же самый костюм. По поводу цвета. Многие говорят то, что хотелось бы все время костюм посветлее, для того, чтобы клещи были заметны. В принципе, да, это никогда не будет лишним, но светлый костюм – это марки костюм дополнительно. Я считаю, вот этот цвет, который они сделали, оптимальный для того, чтобы клещи увидеть. На женском, конечно, будет хуже заметно, но не забудьте про то, что это костюм безопасный. Он дополнительно обладает пропиткой антиклещей против насекомых, которые выдерживают более 100 стирок. И даже если вы не заметите клеща, скорее всего, он не доберется до тех мест, в которые он обычно впивается. Смесовка. То есть этот костюм не 100% хлопков, не 100% полиэстер. 65% полиэстера, 35% хлопка. Это уже такая комбинация материалов, которая себя очень хорошо зарекомендовала. Она дарит нам комфорт при носке и в то же время отличную износостойкость. То есть нет такого, что он растянется или сядет наоборот, или спустя год-два выйдет из строя. Это очень хорошо зарекомендовавшее себе процентное соотношение материалов. По самой, значит, компоновке посмотрим. Здесь есть у нас муфта, карман, то есть продольный, он целиком проходит через всю куртку и можно пройти у нас сквозь. Здесь есть карман верхний, очень объемный для того, чтобы сложить необходимые вещи. Если вы посмотрите более детально вовнутрь, вы увидите, что здесь есть сегменты, в которых можно отлично, так скажем, органайзер некий сложить свои вещи. Также этот костюм оборудован сеткой. Сетка это съемная, что отличает его от других костюмов, потому что чаще всего предусмотрен некий паз, в который эта сетка убирается. В первый раз ее не очень удобно снимать, не очень удобно одевать, но после того, как пару раз потренируетесь, это будет уже довольно-таки сподручно. Я вам сейчас продемонстрирую тех успехов, которых добился я. В принципе, здесь есть кнопка, чтобы его закрепить, он не потерялся. Здесь есть молния, которая вставляется. Всегда попадает в некие, зажевывается, попадает в пазы. Но это не только в этом костюме, это абсолютно во всех. Вот так вот это выглядит. Получается, это защита от насекомых, защита от комаров. Они не будут у вас добираться до лица, мошка опять же не доберется, сетка очень мелкая. Ничто в принципе не может проникнуть через такую мелкую сетку. Сделан довольно-таки качественно. Опять же капюшон, вот вы можете увидеть, это дополнительная защита от ветра, дополнительная защита от дождя. Имеет некий козырек для комфорта опять же. Если вам сетка не нужна, вы спокойно снимаете капюшон. Снимайте сетку, убирайте ее, она в нем не мешается, нигде не топорщится, в отличие от костюмов конкурентов.
Выгодное отличие данных костюмов на данный момент мне лично видится в содержании именно специальной антиклещевой антипропитки от насекомых. Это очень удачная вещь. Единственное, у некоторых могут быть противопоказания, то есть аллергия на нее, поэтому обязательно изучите свою историю, посмотрите, чтобы у вас не было. Но, в принципе, если аллергия есть, она сразу должна проявиться, то есть на какую-то часть кожи уже пойти. Но не об этом. Значит, женский костюм выпускается в двух ростовках, до 164 и до 176, и в размерах с 44 до 58-го, мужской с 46-го до 60-го. От себя могу сказать, костюм крайне удобный, легко даже в помещении в нем находиться, весьма комфортно. Если вам предстоит поход в лес, даже вы не боитесь клещей, но комары, мошка или просто костюм мультифункциональный, то есть вы не просто покупаете какую-то вещь, а дополнительно вам обеспечит определенную дозу защиты. Приобретайте вот этот костюм от Magnum Gear, потому что это отличное вложение средств, и такая вещь всегда может пригодиться. Что ж, сказал все, что вам хотел. Не забудьте, пожалуйста, у нас есть два магазина в Москве на Малой Калитниковской и в Санкт-Петербурге на улице Егорова, дом 25. Также у нас есть интернет-магазин и консультанты в интернет-магазине. Так что обращайтесь, по всем вопросам подскажем и расскажем, или приходите к нам. Спасибо за ваше внимание, хорошего вам дня и удачи!